Добрый день, дорогие друзья, YouTube-канал Шнейвис Борис. На некрополе, на госпитальном валу, Веденское немецкое кладбище. Мы у могилы, или правильно сказать, у кинотафа, без преувеличения, можно сказать, великого, гениального русского, советского балетного танцовщика Александра Годунова. Годы жизни 1949-1995. Мы рассказывали о нем в предыдущих роликах, о его судьбе, как он остался в Соединенных Штатах, как работал там и там умер. И когда умер, то был кремирован, а прах его развеяли над Атлантическим океаном. А здесь так называемый кинотаф, где праха нету Александра Годунова, но есть освященная православной церкви земля, можно и так вот. Но я не о биографии сейчас Александра Годунова хочу рассказать. Когда мы на YouTube-канале нашем разместили этот ролик, он набрал несколько тысяч просмотров, что, в общем-то, было довольно приятно. Но еще более было приятно, что многие оставляли свои комментарии. Комментарии эти касались не нашего YouTube-канала. Это были комментарии, это были слова памяти и любви, адресованные Александру Годунову. И сегодня я хочу прочитать эти комментарии не в плане там рекламы нашего YouTube-канала, а как слова благодарности, любви и признания Александру Годунову. И полагаю, что несмотря на то, что он ушел в мир иной, он услышит эти слова благодарности. Итак, комментарии, которые пишут к ролику об Александре Годунове. Неизвестный год назад. Светлая память Александру, лучшему мировому танцовщику, счастливому и успешному, красивейшему, порядочному человеку. Любим и помним Сашу. Неизвестный 7 месяцев назад. Почему трагическая судьба? Его звезда никогда не погаснет. Прожил яркую жизнь и занимался любимым делом. Царство небесное Александру. Лора Карлаш, год назад. Честные и порядочные люди оставляют добрую память. Спасибо за воспоминания о наших незабываемых и неповторимых. Даже если бы Александр исполнил только две партии Вронского и Хазе, он остался бы в истории советского русского балета. Великолепный танцовщик, прекрасный партнер, талантливый драматический актер. Снова Лора. Александр Годунов – эталон классического танцовщика по совокупности критерий. И, конечно, Майя Михайловна, ну это о Плесецкой идет речь, умела выбирать партнеров. Партнерство Майи и Александра – дуэт равно великих актеров. Ольга Гера. Почему такое неухоженное место? Где же Мила, которая так любила его? Прошло более 25 лет, и можно было за эти годы привести в порядок это святое место. А он действительно человек-легенда, просто взял за душу. Плачу. Неизвестный. Кто когда-нибудь видел на сцене Годунова, тот счастливый человек. Я ходила практически на все его спектакли в Большом и далеко не по одному разу. Сейчас в Большом бываю нечасто, хотя имею возможность. После Саши я никого не воспринимаю. Находясь на спектаклях, сейчас я иногда закрываю глаза, и у меня всегда всплывает картинка, будто бы он танцует, и у меня всегда текут слезы. Как он танцевал? Но это не объяснить никакими словами. Для меня это эталон танцовщика. Сколько лет уже прошло, а такого танцовщика или хотя бы близкого к нему нет. И думаю, что вообще не будет. Вечная память. Снова Лора Карлаш. Однако Александр имел огромный успех как танцовщик. И танцевал до 36 лет. И оставил сцену, но не балет, в 1985 году, когда уже снимался в Голливуде. И еще дополнение.
Большом театре Александра пригласил Чейз, основатель и руководитель Американского театра, в 1979 году, и на тот период Годунов стал самым высокооплачиваемым танцовщиком премьером. Он был партнером всех прим-балерин того периода. К 1979-му Барышников уже практически не танцевал классический репертуар, и позже ему предложили арт-руководство. Вот тогда и стал мешать звездным танцовщикам театра, в том числе и более успешным и талантливым. Снова Лора Карлаш. Саша был счастливым и успешным, и никогда не жалел о поступке. Не было гепатита и не было алкоголизма. Александр, строя планы на будущее, не болел и не собирался умирать. Поэтому гибель Саши до сих пор вызывает много вопросов, и не только у друзей, коллег по сцене, у поклонников балета. У Саши самые честные и преданные поклонники. Юлия Шер. Спасибо за ваш труд, старание и любовь к русскому искусству. А вообще, как выясняется, люди очень любят кладбищенский контент. Многие вовсе не шугаются этой темы. Наверное, это действует на людей успокаивающе и познавательно. Напоминает о вечности. Что же касается Саши, то это самый универсальный танцовщик 20 века. Он был танцовщиком без амплуа. Ему было подвластно все. Саша танцевал Спартака на уровне Владимира Васильева, а Ивана Грозного на уровне Юрия Владимировна. Практически танцевал всю классику, и все ему удавалось. И интриговать не умел, даже в голову не приходило. Потому и был беззащитен. А еще он был настоящим мужчиной, и никакая карьера не могла заставить его перестать им быть. СССР сотворил такую звезду, а Америка подняла его на мировой балетный Олимп. Его имя пытались уничтожить, стереть из истории русского и американского балета. И поначалу это получилось, но ненадолго. Сейчас Саша широко обсуждается в социальных сетях. Причина его смерти все еще ждет своего раскрытия. Сам он умирать вовсе не собирался, был здоров и полон планов на будущее. Удачи вам творческой и развития канала. Неизвестный. Александр Годунов. Гениальный, неподражаемый танцовщик балета и артист кино. Вечная ему память и слава. Неизвестный. Спасибо вам, уважаемый Борис, за хорошие, добрые, позитивные слова об Александре Годунове. Очень много негатива пишут, смакуют его недостатки, как будто это главное в его жизни. А ведь главное в его жизни его творчество, которому он отдавал всего себя без остатка. Ваши видео подчеркивают именно его творчество. Спасибо вам за добрую память об Александре Годунове. Звезды не умирают, звезды еще вернутся. Неизвестный. Спасибо вам огромное, что вспомнили Сашу. Еще неизвестный. Александр и Майя, легенды нашего балета. Жаль, больше таких не будет. Светлая память. Еще один неизвестный. Яркий, талантливый, рано ушедший. Помним, любим. Неизвестный. Отлично помню Годунова по фильму «31 июня». Я в том году заканчивал школу. Это 1978-79 год. Фильм стал культовым в то время. Как сейчас помню, его показали в новогоднюю ночь. Неизвестный. Дуэт с Майей – это восторг. Они гениальны. Неизвестный. Александр Годунов – прекрасный человек. Склоняю голову перед великим талантом. Неизвестный. Светлая память великому артисту 20 века. Мы любим и помним его. Огромное спасибо за ролик, посвященный его памяти. Только, пожалуйста, не рассказывайте об алкоголизме и гепатите, которых не было, как и вскрытие его тела. Это неправда. Он не был алкоголиком, но кому-то это очень нужно. Неизвестный. Нет, тут известный. Ума Магомедова. Гениальный Александр Годунов. Бат Гюзаем. Любим тебя, любим, роднуша. Еще раз Бат Гюзаем. Люблю, обожаю, обнимаю любовью. Неизвестный. Память, память и скорбь. Снова Бат. Обожаю его. Не Майя я, но обожаю. Неизвестный. Памятник должен отразить характер легенды. Человека, легенды и тайны прекрасной хореографии. Манеры танца. Годунов самый стильный танцовщик. Никто не повторил этот стиль, разве что превосходный Игорь Зеленский и немного Денис Редькин. Пусть всегда память о Саше сопровождается искренним отношением, печалью и восхищением.
неизвестный. Спасибо вам за видео. Бат, очень его люблю, боготворю. Неизвестный, идеальный партнер. Неизвестный. Думаю, что высокий памятник в виде фигуры античного бога с одним крылом или непричудливый, обычный, но видный, эффектный, с красивой надписью, можно было бы поставить часовню. Люди молились бы, ставили свечи. А то, что говорит экскурсовод, конечно, очень хорошо. Думаю, ответное слово от родины еще будет. Годунов рыцарь, сильный и удивительно артистичный. У него многому можно было бы поучиться. Человек-загадка. Неизвестный. С чего взяли диагнозы? Общеизвестно, что вскрытие не делали. Неизвестный. 46 лет. Что теперь слезы лить? Неизвестный. Спасибо вам, Борис. Хоть вы не забываете забытых великих русских. Дай Бог вам здоровья и счастья. Спасибо вам. Забытая и уничтоженная всеми русская культура и нация как таковая. Настюк. Спасибо. Неизвестный. Не знала, а какой номер участка. Ну, по центральной аллее налево. Неизвестный. Предыдущий. В 1988 году Саша в расцвете красоты и здоровья. А старше он выглядел не потому, что из-за Влашева переживал. И правильно же... Ну, не будем читать то, что, как мне кажется, не очень красиво звучит. Неизвестный. Скульптурное тело. Woman Regina. Господи, или что-то я пропустила. На тот период жизни у него не было близкого человека, и неизвестно, что было в Сашином завещании, и было ли оно исполнено, кроме как кремировать и развеять прах над океаном. Там же была и материальная часть, а про это никто ничего не говорит. Скорее всего, это состояние было присвоено душеприказчицей и тем, кто за ней стоял. Ну вот я и прочитал большинство комментариев к тому ролику, который касался творчества Александра Годунова. Я еще раз хочу обратить внимание, это комментарии не в мой адрес, комментарии не YouTube-каналу Шнеева с Борисом. Это дань уважения поклонников Александра Годунова. Это дань памяти, слова памяти, признание в любви. Саша, мы, ваши поклонники, ваши друзья, помнят о вашем творчестве и навсегда остались в нашей памяти как гениальный балетный танцовщик советского русского балета. Память о вас навсегда сохранится в наших сердцах. Мы помним вас, Александр. Спасибо за ваше творчество. Спасибо за ваш след в искусстве, который вы навсегда оставили в наших сердцах.